повестку дня, предложение в повестку дня, один из вопросов был об объединении. Именно это в рамках этого вопроса предлагается вот это вот, проголосовать за создание этого союза и дальше избрать сам собор, который будет этим исполнительным органом этого союза. Все, и работайте дальше над уставом, регистрируйте. Я не лукавлю. Конечно, лукавишь. Нам просто надо принципиально принять решение, за мы этот союз или мы против этого союза. По повестке дня работаем. Я хочу маленькое пояснение сделать. Давайте еще послушаем. Маленькое пояснение. И здесь очень правильная формулировка. Вот если бы вопрос стоял о голосовании об учреждении, я бы с вами был полностью согласен. Но предлагается голосовать за создание, за выборы с Саамского собрания, которое как раз рассмотрит этот устав, разошлет во все организации и всем Саамам этот устав, примет от вас предложение, внесет туда изменения. После этого, после того, как ваши организации этот устав примут, будет эта организация учреждена. Сейчас же вопрос о том, чтобы эту организацию создать, что она должна быть, что вы принимаете решение об объединении. Вы не учреждаете ее, вы ее создаете. А вот когда учредительная конференция пройдет, после ваших конференций, будет утвержден устав, тогда все будет. А сейчас вот это вот собрание Саамское, оно как раз и будет этим заниматься. Поэтому учреждение и создание – две вещи разные. Хорошо, согласен. Я ставлю вопрос на голосование. Кто за то, что в рамках объединения повестку дня сначала создать союз российских самов?